Всем привет, друзья! С вами Влад Широков, и сейчас мой видеоблог, в котором я хочу рассказать о... Блядь, ёпта моя, о чём я хочу рассказать, блядь, нахуй? Ни о чём, блядь, потому что хуйня это не видеоблог, блядь, поебота, блядь, залупа, нахуй. Залупа ёбаного бомжа, понимаете? Извините меня, сейчас было лёгкое отступление, потому что, блядь, ну, просто подгорел пукан, и жидкий стул давит прямо на стул. Ну ладно, блядь, собственно, если вам не нравится, вы можете смело идти нахуй, но это совершенно другая история. Короче, блядь, звук просто охуенный. И этому мы на самом деле рады, блядь, и на самом деле меня, блядь, даже долбит по ушам, пиздец, просто, блядь, по ушам хуярит так, что я, блядь, просто охуеваю, друзья. Охуеваю. В наушниках, блядь, я просто охуеваю. Надеюсь, фокус, блядь, тоже заебись. И как бы мы с вами будем охуевать вместе. Блядь, о чем говорить в ебаном видео? Да, блядь, как и все блогеры, охуенье какой-то обоссанный. Просто нахуй кому не нужна, блядь, поебня, чтобы, блядь, просто тащить бабосик. А бабосика не будет, потому что нахуй, блядь, нужно рекламировать всякую залупу. А мы, что с вами? Мы не рекламируем с вами хуйню. Извините за оговорку. Я работаю в Ворке. Бля, похуй. Похуй, пряшем, блядь, очень вкусно, да и скучно, блядь, уёбищно получилось, блядь, данная запись получилась уёбищной, скучной и никому нахуй не нужной. Но это уже совершенно другая история. Давайте трахать друг друга, блядь, и держать штурвалы. Но это уже тоже совершенно другая история. Так, запись идёт, блядь, уже записал я 2 минуты, надеюсь, расфокуса нет. О чём, собственно, говорим, блядь? О чем говорить? Если это будет ебучий подкаст, то говорить нужно, блядь, охуеть, как дохуя, 2 часа просто нести какую-то ебаную говна, блядь, сперма, жопа уебищную хуйню, чтобы эта поебня кому-то, блядь, понравилась. Нахуй я не слушаю это говнище, блядь, когда там подкасты по полтора, по часу, блядь. Мне кажется, это просто ебаная блевотня, и смысла в этой хуйне просто нет. Но это сугубо оценочное суждение. А вы можете идти нахуй. Но это жестко, бля. Береги пилотку с молоду. Ну ладно. Всем советую ебать старых бабок и кончать до свадьбы на живот. Но это совершенно другая история. Это немножко креатива. Немножко креатива ваши сырые жопы. Но сейчас. Сейчас будет экшен, сейчас будет движ. На самом деле, мой движ Париж. Я бы сейчас включил вам трек Genere, потому что очень хочется уйти снова, друзья, снова уйти в 2007 год, насладиться, блядь, этим говном и понять, что, ебаный в рот, 2020 год охуенный, блядь. Но на самом деле я не в трендах, и мне на это похую. Много мата, мало монетизации, берегите жопы, бойтесь санкций. Ну ладно, блядь, суть не в этом, бойтесь санкций. Вот, охуенно. Много мата, мало монетизации, бойтесь санкций. Заебись. Много мата, мало монетизации, бойтесь. Блядь, ебать бруга. Короче, похую. Мне кажется, просто нужно пропердеться, если у вас какие-то мысли по поводу чего-то сверху охуеть какого пиздатого или глобального, а вы на самом деле ебаный нищеёб и думаете, что охуеть ваше ебаное мнение кому-то важно, особенно, блядь, кому-то, кто, блядь, козыряет нормальным бабосиком, то просто идите нахуй и дрищите из жопы своими какашками. Можете, блядь, пердеть, что хотите, то творите, а мы с вами будем говорить и смотреть, пусть говорят. Но это уже другая история. Друзья, блядь, нахуй я повторяю это ебаное слово. Мне кажется, это очень хуёво, по-пидорски, но ничего страшного. Я просто тренируюсь быть пидорасом. Как охуенно быть пидорасом, как мы узнали в одном из прекрасных видео одного замечательного актера,
Как охуенно быть пидорасом, друзья. Вот так вот. Блять, мне кажется, это будет очень охуенный формат. Такого нет, уже 5 минут какой-то уёбочной болтовни. Причем смысла на самом деле в этой хуйне нету. Но всем нравятся подкасты, блять, всякие рассуждения о всякой, блять, залупе. Нужно рассуждать, думать, нахуй. Но если у тебя колпак, блять, просто ёбаное дерево, и ты сам деревянный хуй, как я, то, в принципе... Рассуждать нахуй не надо, можно просто завалить ебало, лечь спать и охуенно наслаждаться, блядь, дальнейшей своей уёбищной жизнью, собственно. Итак, в этом видео мы поговорим, как, блядь, как понять, что ваша жизнь уёбищная хуйня и что вы ебаный пидорас и биомусор. Блять, ну, на самом деле, просто посмотрите в зеркало и поймите эту хуйню, что вы ебаный биомусор. Ну, это ладно, это я так шучу, потому что я, блядь, ебаный хуй. Но не суть. Всем советую поднять самооценки, поднять жопы со стула и начать нажимать лайки, подписываться на данный уёбищный канал. Надеюсь, хоть как-то... Такой уёбищный контент, блять, на российском ютубе будет полезен вам. А если он не будет вам полезен, то мне похую, друзья. Мне похую. Еще раз повторюсь, мне похую. Но суть не в этом. Давайте поговорим о глобальном. Наверное, о коронавирусе. А нет, нахуй мне это не всралось. Мне просто похую. Но... Наверное, какую же тему затронуть в этом подкасте? В этом подкасте можно затронуть тему философии, любви, педагогики и старых шлюх. Давайте начнем, наверное, со старых шлюх. И, старые шлюхи просят кончать им наебало. Это очень важно. И, собственно, если вы молодой хуй, делайте это часто. Делайте это часто. И больше пиздите людям, советую вам, друзья, пиздеть людям, пиздеть до хуя, просто вот пиздеть, чтоб, блядь, ебало не останавливалось, чтоб варежка, блядь, просто не останавливалась, пиздеть, не мышки ворочать, берегите жопы, подписывайтесь на канал, ёб твою мать, сколько я раз за день, блядь, подрачу, пока посижу, сколько я раз за день эту хуйню сказал. Сейчас такое настроение, погода просто хуйня, зима, гололед, дождь, хочется дрочить хуй и плакать в подушку, но мы с вами, блядь, цивилизованные люди, я животное, и поэтому мы так делать, собственно, не будем. Завершилась, кстати, прямая трансляция у меня в Инстаграм, но на самом деле на это... Сейчас я немножко отвечу, блядь, отвлекусь, это же охуеть как важно, блядь, ёпта, ответить на какую-то, блядь, хуйню, которую мне пишут в ёбаных обоссанных соцсетях, это же, блядь, важно. Друзья, как же важны, давайте поговорим, знаете о чем, блядь, как важны соцсети? Соцсети, блядь, это же охуенно важная хуйня, особенно когда ты, блядь, смотришь ебаные фотки, блядь, своих друзей, нахуй, врагов, предателей, блядь, и прочей хуйни. Нахуя, блядь, просто смотреть ебаную ленту? Я не понимаю, нахуй. Если ты смотришь что-то, блядь, пиздатое, там по профессии, заебись. Ну, можно там два-три развлекательные хуйни какого-нибудь говна, блядь, говнаря на вроде меня, блядь, смотреть. Ну, когда у тебя, блядь, ёпта, ты смотришь своего, нахуй, одноклассника, блядь, однокашника, однозалупашника, нахуй, и, блядь, просто всех коллег, бля, это полная хуйня. Я просто не понимаю, насколько у вас дохуище времени смотреть это говнище, но это сугубо оценочное суждение. А я пошел нахуй. Но, этот подкаст будет, блядь, просто охуенным, потому что, мне кажется, это мой формат, блядь. А может, я заблуждаюсь, но мне на это похую, друзья, как мы уже с вами говорили. Но не суть. Пиздеть не мешки ворочать, давайте продолжим, уже 9 минут. Я запишу где-то 10 минут, нахуй, блядь, и разъебусь об стену. Скорее всего, это будет единственный правильный выход, когда творится такой пиздос. И, собственно, блядь, за окном ебаная хуйня, мороз, блядь, и сегодня было холодно, хочется жрать, дрочить и плакать. Но...
Но мы не можем позволить себе жрать, дрочить и плакать. Сейчас мы остановим эфир, потому что я должен посмотреть, блядь, как записался этот ёбаный ролик, нахуй. Стоп. Ну все, друзья, я немножко отходил попить водички и подрочить. Теперь мы можем продолжить. Я хочу поговорить вам о самом, блядь, о такой охуенной теме, как самое главное в жизни. И самое главное в жизни, это, конечно, бабки, блядь. Бабки, ёпта! Бабки, сука! Бабки, бабки, блядь. Короче, самое важное в жизни, это деньги, друзья. Как говорит мой друг Михаил... Как говорит мой друг, деньги хорошо, но деньги главное, друзья. Подписывайтесь на данный канал. Берегите жопы, анал, зарабатывайте бабки, не наебывайте людей, или бы вам, или поедете в лес, ну это стандартная хуйня. Но давайте говорить, блядь, о охуенном будущем, о мате, о русской речи, о печи и своих жопах. Давайте говорить о жопах и анусах, о старых бабках. И давайте, наверное, блядь, удовлетворять старых тёлочек, чтобы было все охуенно в жизни, как у меня. К слову. Блядь, иди нахуй. В общем, как говорил я ранее, копите бабки. Копите бабки, блядь, на свою мечту, ибо вам, блядь, кроме ваших ёбаных бабок, никто нахуй в этой жизни не поможет, и вы нахуй никому не нужны, друзья. Очнитесь. Посмотрите на друзей, врагов, предателей. Поймите, вы им нахуй не нужны, блядь. Не нужны нахуй никому. Просто, блядь, копите ёбаные бабки. Старайтесь работать. Работать, блядь, головой. Но это, сука, многословная хуйня. Просто хуярьте и откладывайте там, не тратьте на поебень какую-то, блядь, на жвачку, сникерс. Просто кушайте ириски, блядь, и шоколад Аленка, нахуй, за 39 рублей в пятерке. Это не реклама, ибо я пошел нахуй, но не суть. Суть в том, что вам просто стоит откладывать деньги. Иначе, блядь, вас разъебет эта жизнь, нахуй, как кусок ебаной фанеры над Парижем. На самом деле, блядь, самое важное, что я понял за свои, блядь, ебаные 26 лет, это, блядь, деньги, ёпта, это деньги. Не душа, душа поэта, творчество и прочая хуета. Это все хуйня, друзья. Это все хуйня. Важны лишь бабки. Не важны тёлки, тачки, просто бабки и мяч. Оп, оговорка. Но не суть. Вы можете долго рассуждать о любви, там, думать, блядь, почему вы такой мудак и до сих пор не женат, как я. Но вы лучше думайте о деньгах. Вот такая охуенная мотивация не от бизнеса. Ну, вы сами поняли. Блять, от простого мальчугана, ёпта, мальчугана, нахуй, на своей студии Очко ТВ. Вот такая вот охуенная история. Я думаю, она бескрайне вам полезна. И как-то хоть малейшее мотивирует вас поднять свое очко от стула или от дивана, сесть, подрочить и заняться охуенным делом и копить бабки. Копите бабки, ёбаный в рот. Хватит, блядь, смотреть всякую хуйню и копите просто бабки. Все. Обнял, поцеловал, заплакал, блядь. Практически эфир выходит, блядь, из рамок нашего, блядь, охуенного шоу. Я смотрю, блядь, не в ту камеру, не в которую нужно. Но это просто, блядь, лайф, это лайф-ньюс. Сегодня первый выпуск пизни на 2 часа, на 2 часа хуйни. А возможно, блядь, я 2 часа просто не выдержу и запишу этот выпуск всего лишь на 30 ёбаных минут твоей жизни, блядь. 30 минут! Итак, надеюсь, формат тебе нравится. Блядь, опять придется проверить ёбаную камеру, потому что она заебала меня нахуй в край, блядь, разряжаться. Это ёбаная шлюха, нахуй. Стоп. Понятное дело, блядь, слово «стоп» можно было нахуй не говорить, но я сказал, потому что, блядь, почему бы не пиздануть какую-то левую хуйню, чтобы забить ваше внимание какой-то поебнёй. Вам же и так, блядь, охуенно хочется жить, стремиться, блядь, и работать, ёпта, работать, блядь, как ебаный мудак.
а потом понимать, что у вас нахуй просто, блядь, не хватает на ебаную, блядь, на ебаную жвачку, блядь, на ебаный сникерс, вам не хватает бабок, блядь, ёпта, купить ебаную жвачку, понимаете, как тяжело, нахуй, тяжело, да? Нихуя не тяжело, блядь, встаньте, блядь, и начните дрочить, блядь, и работать, копить, ёпта, не слушайте эту хуйню, меньше пиздострадайте, шлите нахуй шлюх, если они ебут вам в мозге. В принципе, блядь, сильно влюбляться нахуй не надо. Как сказала одна знакомая девочка, в 21 веке любви не существует. Итак, друзья, подписывайтесь на канал. Это, блядь, охуенное название. Любви не существует, существуют бабки. Блядь, заебись просто. Охуенная тема рисуется. Я сейчас даже себе ее запишу. Любви не существует, существуют бабки. Охуенно, друзья, охуенно. 21 век, блядь, с нами. С нами 21 век, мир блогинга, мир всякой хуйни, блядь, и поебени, блядь, выстреливающейся хуйни на ютубе. Но я просто пукаю микрофон, и мне нравится. Самое важное, блядь, это чтоб тебе нравилось. Ты можешь заниматься любой хуетой, блядь, там, не знаю, лепить из пластилина, блядь, дрочить на картины, тыкать хуем в масло, в мольберт, блядь. Во что угодно. Главное, чувак, или чувиха, главное, чтобы это говнище тебе нравилось. Ёпта, потому что вдохновение — это самое важное, что у нас есть. Блядь, а нет, наебал. Самое важное, что у нас есть, это бабки, друзья. Копите бабки, нахуй. Копите бабки. И, блядь, нахуй я сейчас записываю, если я потом могу отмотать эту поебень, послушать, охуеть, блядь, удалить и записать. На самом деле я запомню, блядь, своим колпаком, ибо он мне не фуражку носить создан. Итак, друзья, давайте поговорим о великом все-таки, о великом. Как я отношусь, собственно, блядь, к вредным привычкам? К вредным привычкам я отношусь хуёво. Хуёво, блядь, вредные привычки, они, сука, разрушают твои мозги, блядь. Мозга, блядь, у меня и так, как нахуй, как у ебаной улитки, поэтому нахуй его разрушать, это пиздец, это провал, друзья. Поэтому вам я советую, блядь, не бухать, не курить, плохими вещами не заниматься. Вот так. Совет, блядь, совет да любовь. Обнял, поцеловал, заплакал. Но... Это самое важное. Потом, блядь, как себя вдохновлять? Друзья, наверное, часто у творческих, особенно людей, возникает такой уебищный вопрос, блядь, а где же взять вдохновение, блядь, какую музу найти, и что за хуйня, почему все так по пизде пошло, стало все уебищно и скучно, резко тебе не хочется нихуя, и, блядь, как же с этим бороться? Друзья, на самом деле нужно, блядь, просто перебороть, ёпта, 18 минут, нужно перебороть свои какие-то, блядь, ложные ожидания, не строить вонючих, обоссанных иллюзий, в принципе. Это, блядь, иллюзии мы строим часто, иллюзии, допустим, в отношениях, когда влюбляемся в человека, якобы, ебать, какая же она охуенная, какая же она пиздатая, святая, там, блядь, просто... сосочка, нахуй, соски охуенные, жопа заебись, блядь, такая умная, дельная, блядь, бабки у нее есть, такая охуенная, короче, либо заботливая, либо, блядь, там, домохозяйственная, ну, у каждого своя хуета, и, в принципе, мне на это похую, друзья. Суть не в этом, суть в том, что мы строим иллюзии, мы строим уебищные иллюзии, которые, нахуй, рано или поздно разрушаются, и мы страдаем. Мы страдаем, как ебаные мудаки, плачем, блядь, и... Я такие думаю, ёб твою мать, что же произошло, почему такая пиздатая тёлочка, блядь, или мужичок, нахуй, блядь, да, если ты тёлочка, блядь, никакой пидорской хуйни. Ладно, похую. В общем, почему же так произошло, почему от тебя ушли, тебя бросили, или ты уже нахуй не нужен? Да потому что, блядь, ёпта, ты строил иллюзии, или строила иллюзии. Все это хуйня собачья, блядь, человек не такой пиздатый, как казался. Блядь, вы просто влюбились в ебаную картинку. В картинку какой-то хуйни, а этот человек не был этой картинкой, в принципе. Если у вас такая хуйня происходит, просто попробуйте полюбить себя, и у вас, блядь, все нахуй в жизни наладится. Как говорится, уходят ненужные люди, нужные...
наоборот появляется. На самом деле, часто я замечал в своей жизни такую хуйню, что когда уходит определенный человек, да, допустим, из твоего окружения, если это тёлочка там, с которой ты мутила, пла, блядь, вся хуйня, целовал, блядь, целовал жопу, талию, но не суть. Не пользовался Виагрой иногда, но... Блядь, о чем я говорил? Ёбаный... А, о том, что если эта тёлочка уходит, у тебя, блядь, разочарования в принципе не должно быть, потому что это охуенное спасение, значит, она была хуйнёй, блядь, поебенью, просто, блядь, старой собакой, блядь, сутулой, старой ёбаной собачкой. Поэтому, друзья, не надо отчаиваться, блядь, перестаньте уже наяривать свой писюн или пизду, просто встаньте, нахуй, блядь, займитесь ёбаным делом, лучше, блядь, пиздуйте на работу, нахуй, блядь, нормальную, сука, чтоб вас, блядь, чтоб, блядь, понимаю, хуйня, блядь, вот эта дрочь, да, нихуя не оценят вас, блядь, просто выебут в рот, потому что вы, блядь, рабы ебаные, но не суть. Хотя бы лучше, чем пердеть, блядь, или дрочить на диване и деградировать дальше. Ну, а, блядь, это просто маленький шанс, если у вас есть какая-то осознанность, накопить бабок, блядь, и заняться охуенным движем, заняться тем, что вы любите, допустим, писать, блядь, в микрофон, как я сейчас, охуенное говнище, и ругаться матом на ютубе пока можно, долой монетизацию, нахуй она не нужна. Давайте больше мата. Шутка. Монетизация нужна, блядь, там внизу. Вообще, да я наебал, блядь, никакой хуйни. Так, друзья, 21 минута, блядь, настрелялись. Сейчас я уже, блядь, наверное, буду закругляться, потому что, ну, это дохуя. Формат уже нахуй никому не нужен, ёбаный в рот. 21 минута, друзья. Надеюсь, камера пишет, блядь, и она меня не подъебала в нужный момент. Не грустите о бабах, пацанах, блядь, не грустите о бывших, будущих и нахуй, вообще не стоит грустить. Если от вас ушел человек, переключитесь, ёпта, думайте о том, блядь, какой вы охуенный, блядь, или охуенная. Подумайте о себе, блядь, начните отжиматься, не знаю, блядь, перестаньте дрочить, блядь, и гонять свои ебучие обоссанные мысли. Ой, она от меня ушла, ёбаный в рот, блядь, что же не так, что же я сделал, блядь. Ой, она такая охуенная, я лучше не найду, да, блядь, лучше и не было, ёбаный в рот, она хуйня, блядь, ебаная была, блядь, а ты ебаный нытик, блядь, пидорас, нахуй, женуешь, блядь, ёбаный хуево тучу лет, блядь, по какому-то куску пизды, блядь, ты ноешь кучу лет или куску хуя, блядь. Ну, ты ноешь, телочка. Или, блядь, ты, мужик, блядь, беспидорская хуя. Хотя по хую. Давайте, блядь, дрочите. Короче, не грустите, друзья, копите бабки. Всем успеха, любви. Хотя мне на это по хую. Пока.